В районах республики открываются фельдшерско-акушерские пункты, а в городах – отделение врачей общей практики. Все это повышает доступность медицинских услуг. В северо-западном районе Чебоксар открылось врачебное отделение больницы скорой медицинской помощи. Подробности в следующем материале. Открытие врачебного отделения ждал весь микрорайон. Раньше, чтобы получить нужную помощь, приходилось ездить в другие медицинские офисы. Теперь все в шаговой доступности. Ой, это было что-то ужасное. Мы ходили на университетскую, там во дворы. Очень неудобно было. А здесь, как они, бабушки говорят, доползти можно. Здесь жители микрорайона смогут пройти первый этап диспансеризации. Чтобы сдать необходимые анализы, не нужно обращаться в поликлинику. Все клинические исследования проводятся здесь же. Для удобства развернули койки дневного стационара. Чтобы уменьшить время ожидания, появился кабинет доврачебного приема. Всего в офисе расположено 4 участка, которые будут обслуживать более 6 тысяч человек. Вот эти вот участки обслуживали в другом офисе. Он достаточно был переполнен, было скучно. Конечно, неудобно было и жителям других участков. Эти участки перешли сюда, там площади освободились, удобнее тем жителям станет. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев отметил, работать в этом направлении необходимо и дальше. Это поможет не только улучшить качество предоставляемых услуг, но и даст возможность горожанам получить медицинскую помощь максимально быстро. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.